gates and round you. And you're welcome to my paradise. So just close your both eyes, yeah. I'm gonna make you feel nice, yeah. So hold my life, I'm rolling. So just close your eyes, yeah. I'm gonna make you feel nice, so yeah. All my life I've grown. All my life I've grown. All my life I've grown. Джазовый клуб. Я надеюсь, что у вас сегодня хорошее настроение, а мы его поднимем. Yeah. Давайте, как там? Представим, что я на рэп-концерте скажу: «Дайте шуму!» Вместе с этим, с музыкой комиссии. Я. Кимгер. You love your father.
Никто здесь не будет судить ваши вокальные данные. Ну как, никто не будет судить. Давайте просто начнем вечер с позитивной ноты, потому что мы для этого сделаем все возможно, поэтому давайте вместе скажем. We just take.
чем? Мы уничтожаем помещение, с которым пришел, понимаете, название данной композиции. Да, теперь немножко Олегу исполним. Пока еще никто не ушел. Я хочу сказать, что 13 февраля выйдет очередной сезонный EP Марка Левича под названием Winter Hopes, где будут новые песни. А летом мы с ними, в смысле с Арамом Азаряном, Германом Мамаевым и Давидом Сагаманянцем, имеем честь записывать альбом для Марка Левича. Поэтому ждите лета. Не потому, что будет тепло, а потому, что будет альбом. Шипник. Как говорится, нига, а мы книга.
After all that I've been through, I've been late. Of the best and present too. All you need, all you want. Hope that you don't mind. Getting experience inside you made me fine. I'm not perfect. Песня о том, что каждый из нас представляет собой некую пустую книгу, которая нуждается в наших силах наполнить ее тем, что нам хочется. Я наполняю ее крутыми событиями. И что бы ни происходило, я все равно делаю дальше, пишу свою книгу. Я не стыжусь ни одной записи, которая есть в этой книге. Я хочу, чтобы вы поняли, что это самое главное. Книга будет наполняться долго-долго-долго. В ней будут неплохие страницы, хорошие, главное, чтобы это были предметы вашей гордости. We'll be right back.
Thank you.
Друзья, одно важное правило забыл сказать с самого начала. Чем не захотите кричать, нужно кричать, потому что мы не стесняемся, не боимся этого. Вот если хотите пить побольше, вы можете пить. Да, серьезно, Дмитрий Вессер здесь, гитарист. Друзья, на самом деле джазовая музыка не предполагает сидение. У нас почему-то в стране принято, что если джаз, нужно сидеть и внимать. Это ложь, надо веселиться, потому что джаз-музыка веселая. Поэтому, если хотите сказать «Вау!», то можно говорить, но не возбраняйте. Правильно, ешь, надо погреть. Поэтому, друзья, если вам понравилось, как сыграл, допустим, Дави, да, там, по хэту, то прям... А нам назовем клавиши, друзья. Это очень талантливые ребята, мне нужно как-то объяснить, почему они со мной играют. Иначе они обидятся, что я даже не хлопаю. Герман Мамаев, бас-гитара. Все лучше, да? Давид Сигаманян. Саксофон. И раз уж мы начали в такой теме, то сейчас песня про сучек. Нет? Thank you.
Yeah, oh, she's drinking hops every day. And all I could do was pray. So it's just a mistake. This irresistible way to get it. Every night I wanna kiss you.
mean, I don't wanna miss you. I mean, I don't wanna kiss you. I mean, I don't wanna kiss you. I just. Today I'm in, bitch don't kill my vibe. 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 Yo! Bitch don't kill my vibe. Bitch don't kill my vibe. Bitch don't kill my vibe. Let's do it again! I can feel the good people around me just wanting to be famous.
Григорян, дорогие друзья! Под ваши аплодисменты хочу пригласить большая честь для меня Ай Григорян.
Get the rest of it up. Let the shit out. Газанов, как они себя сами называют. Three Газана. Они вам расскажут, почему.
Так это туда. Песня называется «Так туда». Thank you.
бас гитары. Давайте Романенко главные инструменты. Я сейчас хочу небольшое обращение. Я вижу в зале очень много красивых девушек. Я горжусь тем, что к нам на концерты ходят красивые девушки. И я хочу разрешить некоторые вопросы. Я понимаю, что многие из вас сейчас сидят и думают, ну, не все, но многие, возможно, малые, не понимают, что происходит, что за набор звуков. Друзья мои, я считаю, что достаточно харизмой и умением обаять людей. Не важно, что ты играешь, важно, кто это делает, важно, как она это делает. Дорогие друзья, давайте вместе, поверьте мне, я талантливый парень, они еще более талантливы, чем я. Давайте вместе тренироваться, слушать крутое музло. Это крутое музло, я не стесняюсь этого. Мы круто играем, я серьезно. Я понимаю, что нам есть всем чему учиться, это правда. Но для меня большая гордость, что мы даже это делаем, потому что это что-то, чем можно гордиться. Друзья, пробуйте понимать это музло, доверяйте мне, потому что кто-то пришел из меня, но я хочу, чтобы вы понимали, что здесь происходит. Очень вам благодарен. Тем более, что еще один момент, еще один нюанс короткий. Так уж сложилось у нас в стране, что микрофон между ног. Так уж сложилось у нас в стране, что, ну, так принято думать, что джаз — это музыка, на которую ходят... Я с этим не согласен, это не так, но так думаю. Что на джаз ходят какие-то плюгавые интеллигенты, которые там думают только о джазе. Давайте менять это. Я хочу, чтобы на джаз ходили красивые... Они ходят на него уже, но вы, многие думают, что на джаз ходят какие-то там замшелые музыканты. Нет! Джаз — это крутая музыка. Как по-английски говорят, cool, you know what I mean? Jazz is cool! Man, love jazz! Jazz, хип-хоп, рэп, Кендрик Ламар, Kanye West, Уинтон Марсалис, Давид Сагомонян, все это великие музыканты. Окей, я хотел бы сейчас спеть одну песню для девушек. Я сяду за клавиши, sexy song. This is for the ladies! Но у меня короткий провод, я не знаю, возможно ли как-то его обменить, я об этом не подумал, надо перед концертом об этом подумать. Ребята, есть у нас возможность? Просто для девушек надо спеть, а то все уйдет. Вы уйдете, да? Ладно, пока. Окей. На самом деле, да, ребята играют со мной, потому что я обслуживаю, видите, держу басы. Кстати, Гера за послезавтра улетает в Африку, пожелайте ему удачи. Причем вы даже знаете, почему это так. Секрет. Можем сказать, почему это? Нет, мы не можем сказать, почему он играет. Я прошу прощения, что я заранее это предупредил. Но пока вы можете послушать, что я поиграю на клавишах. Просто красиво. Я очень красивый. Детка, сегодня скажу. Эй, бэйби, я сделал тебя так долго. Если у меня была бы девушка, если встречался бы 3 года, я бы так и начал эту песню. We had our bad days and good days. Okay, let's do it, yeah. How deep my love can be.
just came down. Yeah.
Гена спрашивает, что я знаю. Окей. Следующая композиция будет называться You Can Be Cool. Я сегодня как бард рассказываю о содержании каждой песни. Знаете, как там, когда барды играют, они же не могут просто спеть, надо рассказать. Эта песня, ну, как мы с Виталиком горели на костре. Вот. Эта песня о том, что многие парни боятся красивых и по-настоящему классных женщин, боятся, что они задавят их своим интеллектом. Правильно боятся, я этого не боюсь. Об этом и песня. В составе Давид Сагаманян, Солнце Драмс. И что такие? Арама Зара, замечные инструменты. Меня зовут Демон Мамаев. Добрый вечер. Сейчас Стас настроит свои инструменты, мы продолжим. Спасибо большое. Это был Герман Мамаев, дорогие друзья. Скрытый лидер. Окей, you can be cool. Давайте представим, что этого момента не было. У меня была настроена гитара с самого начала. Давайте учиться.
что он поет. Oh,
切，谁听说我吹嘘。I just want to feel like a man who will never understand. Take me to the bullshit. Copy to this. Is there nothing to write? That's about this. I just want to face it. Oh yeah, yeah, yeah. So I can solve our treasures. I'm ready to go, yeah. And I feel like a man, so I'm sure. Come on! Yeah, I just wanna take it. Never been a place here. I'm ready to go there. And I feel like a man, so I'm sure you understand. I take it to the place here. One of the fans with us is London. I live in to the place here. Come on, disco time, yeah. Woo! She take it to the place here. Come on, baby. I just gotta play here. Now we're ready to go. Feel like a man. 我当漂亮的街头的当素人去了。And I feel like a man. So I'm one, two, three, go. What's your name? 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 I can't find no place. What's your name? 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 Break it down, break it down, yeah. What's your name? 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 What's your name?Yeah. What you do, what you do, what you do, what you do, what you do,
Thank you.
присутствуете на историческом событии. Люди пришли на джаз, танцевали, получили удовольствие. Не сказали, что за набор звуков. Офигенный набор звуков, дамы и господа. И вы, те, кто способен все понять, я в вас верю. Давай сыграем на Артемич Квартет. Одна сопливая песня напоследок. Можно садиться, отдохнуть. Спасибо за участие в нашем видео. Ай, Григорян, мотор Казаря. Парни, спасибо большое. Спасибо, для меня большая честь, правда. Спасибо, дорогие друзья. Одна сопливая напоследок. Арам, давай, дай нам сопли. Спасибо. Сейчас, подожди, я стул возьму, чтобы совсем красиво было. Но кому уже хочется домой, можно быть. В Инстаграме была фотка джазовая такая, джазовая. Дорогие друзья, сейчас вы сделали очень приятную для нас вещь, но для меня точно. Вы заставили нас поверить, что джазовая музыка может быть понятной. Красиво сидите очень. Большое вам спасибо, я... Верю в нас, верю в вас. Очень трогательный момент. Маркевич Квартет, 25 января, начало новой эпохи русской музыки. Окей. Спасибо. Oh, I would regret it. This land of my own. It's time for some stumble. This infinite dawn. Oh, sometimes I stumble. Oh, sometimes I split. Distract by bubbles and close to quicksand. And I wanna fly and take to the sky. Sometimes it's just alone. But you're gonna stay and try. Oh, sometimes I stumble, and sometimes I skate. Distracted by bubbles, so close to quicksand. Спасибо вам большое.